всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Аракс, Енот, Мефеликс, Бульбазавр, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Здорово. Всем привет. Мы играем классную игрушку Home and Fall Flat в новый режим, гольф. Пацаны, вы готовы? Да. Нет, мы не готовы, мы падаем. Что здесь нужно сделать? Здесь надо разгадывать головоломки, закатывать шары в лунки, и тогда мы продвигаемся дальше по карте. Все. Ну или просто закрыть шары. Так, давай шарик, погнал. Надо мне выучить, у кого какой скин. Это Арекс, Бульбазавр, у... Ай, блин. У енота собака. Я собака, я зеленая собака. Так, погнали. Аккуратно, пацаны, бошки. Здесь надо по очереди. Не надо по очереди, все вместе давай. А что так далеко я отлетел? Я прям в замок долетел. Ого. Это круто, значит надо движухой. Так, пацаны, я вас тут жду, где вы? А, ты там. Я прилетел. Сейчас будет до сохранения, по идее, когда я пройду сюда. Ну идем мы. А, уже было. Отлично. Профессионал в действии. Зацеплюсь даже за краюшек. Не, чуть-чуть не хватило. Так, давай, ждем. Ждем тебя. Стойте, стойте, я же этот немножечко. Немножечко уставший. Глуповат. Глуповат. Так, здесь головоломка пошла. Надо вовремя нажать рычаг, чтобы закатить лунку. Давай. Давай, давай. Пешки. Стой, 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 стой. Я слышу. Давай попробуй. Я профи. Смотрите и учитесь, пока я жив. Да я знаю. Слышишь, профи, я сейчас быстрее тебя туда залезу вместе с тобой. Да смотри! Давай! Мяч влево надо. Я просто возьму. Так, здесь вправо. Да, и потом надо будет, когда он прям будет на середине. Нет! Он взял, все испортил. Ну подожди, давай еще раз, а потом ты. Давай, если я запарю, ты будешь, ты покажешь, как надо. Так все равно начали только играть. Ты хочешь пройти игру за одну секунду, так не бывает. Отойди, ты помешаешь. Ты мне что будешь мешать, уйди. Ну говно, ну давай ты. Все, уходи. Давай, я посмотрю, как ты это будешь делать. А я буду тут тоже лазить вместе с этим челиком, мне очень нравится. А я лезу, лезу. Давай, поднимай нас. Я его схвачу, шарик, короче, сейчас. Во. Все. Так что, пацаны, не парьтесь. Учитесь. Чем? Ну, тут учиться. Блин, у меня рука запуталась. А, чему учиться? Да не мать, чему учиться, просто, чтобы было весело. Димас, не. Я профи. Я в эту игру, знаешь, сколько уже наиграл? 0 часов и 0 минут. Полторы секунды. Слышь, жопа, не хватайся. Слышь, я кого-то перенес за спине у себя. Так, давайте сюда. О, тут надо клюшку взять. Моя клюшка. Вот, да, давай. Подожди, давай. Ну, блин, кто-то убьет. О, круто. Мне понравилось покататься. Давай, давай. Ты немножко не то. Смотри, надо по таймингу нажать. Не-не-не, надо по таймингу нажать в лунку. А зачем ты мне вот это берешь, настроение портишь? Все, давай. Я возьму тебе меч. Опа. Ну зачем ты? Ты, короче, бери шарик. Я готов. Давай. Ой, блин, это реально угар. Слышь, давай шарик нам сюда новый. Все, пожалуйста, не мешай. Я сейчас попаду, смотри. Давай, снайпер. Воу. Согласись, четко получилось. Блин, это реально редкость. Но сегодня нам везет, как всегда. Все у нас на высоте. Давай, рукастый, ты сможешь. Ага, ой. Давай, полетели. Надо за клюшку схватиться, да, я так понимаю? Нет, надо, наверное, там... За нее надо схватиться. Все, я схватился, давай, катаемся. Ля-ля-ля. Блин, мне нравится. Ой, блин, давай. А зачем я это сделал? Ну ладно. Так, продолжаем. Блин, что, все заново, что ли? А, открыта же калитка. Нет. Просто идем, да. А тут сохранение. Да-да, все четко. Ой, я случайно. Так а что надо делать? По нашей тактике. Надо на ту сторону перейти. А, там машинка. Стой, подожди. А вот смотри, где я, видишь? Вперед, чуть-чуть, вперед. Я по машинкам перепрыгну, норм? Давай. Подожди, надо притянуть чуть-чуть машинки, чтобы по ней прыгать. Да четко, смотри. Вообще идеально. Смотри.
Давай. Перед записью мы тут придумали одну тактику. Чтобы не мучиться с этими коробками, мы будем толкать, разворачиваем ее и перепрыгиваем по крыше. Так, у тебя немножко звук пропал, я понял, что ты имел в виду. Что было проще, надо взять то, что ты сказал сделать. Надо тащить на себя. Машину на себя тащить? Нет, да, надо. Вот видишь, там по крышам. А уже все, не надо, не трожь, не трожь. Стой, 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 да что ты делаешь? Да блин! Это ты едешь! Да я не хотел! Да серьезно, я не хотел, но получилось так. А вот новая машина упала. Тачка. Да просто там сцепление сгоревшее было. Я давай, я колесо держу. Ну? Давай, 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 давай. Прикольная игрушка. Давай, проезжай, проезжай. Енот, ты вообще профи. Так я и так пропрыгаю, я ж профи. Все, давай. Вы чё? Смотрите, как я умею. Ой, это не тот прыжок немножко. Проще, давай. Так. Так, тут, ребята, главное, здесь что... Здесь надо прям на лбу. Вот да, прям идеально. Блин. Вот, блин, я не зацепилась. Ты не долетишь, как я? Да я... Я не допрыгну на самом последнем. Не упал на самом Почему последнем. Почему у меня колёс не нажался? Короче, а тут колеса можно выкручивать на этих кварах? Не-не-не, так нельзя. Эй, так нечестно, вы нельзя. Отлично. А я пока посплю там, пока проходить. Было... Он где оттуда? Да давай мы этот... Ого! Слышь, не хватайся за жопу, больно! Тебе повезло. Здорово. Давай, енот. Еще и ты. Заберите меня кто-нибудь. Идеально, ребята, у нас получилось. Сохранение есть тут? Вытаскивайте меня. Дима, вытаскивай... Нет, надо обратно. Вытаскивайте меня. Кара, я еду. Шарик, вот, а ты куда? Да куда? Тут шариков много. Машина уже заведена. А где ты? А я вот тут. О, давай тебе клюшку тебе. Давай подам тебе клюшку, короче. А я все. Давай. А, тут на машину, скорее всего, просто. Надо чисто на машинке. Все, пацаны, я поехал. На машинку. Все прыгали на машину. Поехали. Воу, мы это сделали. Все, четко. Сохранение было или нет? Я что-то не обратил внимания. Нет, сохранение будет дальше. Офигеть, а это... О, вот. Вот сохранение. Молодцы, ребята, мы сегодня смотри, профессионалы. Дим, либо ты тут сам, давай по клюшкам, а я пойду по старинке. Ну, я не знаю, давай как получится. А я пойду по старинке, давай. А тебе надо клюшку, давай, попробуй по клюшкам. Так. Бац, чуть не улетел. Ты видел, как я это сделал? Красиво. Молодец. Я пригнулся. Здесь тоже загадка, она довольно легкая. Я знаю. Надо просто подгадать тайминг с этим лифтом. Смотри, что я делаю. Вот так вот. Хоп. Смотри, чпоньк. И... В другую сторону, блин, что-то... А вы что, не так... А, вы не так сделали. Не в ту сторону кто-то, это, кто за чергом сидит, он не в ту сторону. Вот, ждем, 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 ждем. Опускай. Опускай, давай. Всё, ну отпусти, ты умный, отпусти, отпусти. Ну ты умный, надо было раньше, как ну я ты... сказал. Да ладно, давай, давай я, давай я, давай я. Бульба стоять. Че я не дв... А, я не ту кнопку жму. Давайте, давай. Вы скидывайте шарик, давайте я сам все сделал, я же... Кто? Самый лучший игрок на планете. В данный момент, на данную минуту. Лучший игрок. Я пошел. Лучший игрок, давай. Я пошел. Смотри, чпоньк. Ай, короче, пойду. Смотри, получилось! Так. А я не видел ничего, не знаю. Отлично, ребята, у меня получилось. Так, давай, давай сюда. Правая рука вверх. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, классно, когда получается. Куда? Так. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. За жопу, о, давай! О, вот это мне нравится. Пацаны, вся надежда на меня, представьте, я брошусь. Отпускай, только попробуй. Давай, сбрасывайся, Дим, давай. Подожди, надо расшатываться.
Дерьмо. Слышь, давай сохранение там делай. А уже вроде не было. Не было. Надо все четко сделать. А вот сейчас есть. Вот все. Ну, мы покатаемся все равно, раз уже поехали. Че бы и нет. Давай. Я сейчас тогда сбрасываюсь. Я буду расшатываться, чтобы красиво прыгнуть. На одной руке расшатываюсь. Заранее. О, слушай, да блин, дерьмо. Слышишь, Дим, тут вулкан. Все, я, короче, прыгаю вниз, потому что долго там накататься на этой колобаке. Я к тебе. А ты, ой, на кому-то на голову упал, извини. Обстоятельства. Ой, это получается что, лава? Не ой. Надо на меня. Слышь, аж очково, да, когда кажется, да. Что упадешь в лаву? Извини, да. Чувак, обстоятельства. Да. О, все получилось. Блин, дерьмо, не получилось. Так, сейчас получится. Давайте будем смотреть, как они падают в воду все. Ха-ха, в лаву. Дим. Да. Смотри, сейчас полетку. Я полетел. Извини, Санс, обстоятельства. Эй. О, слушай, а тут выход. Не, я хочу вот это преодолеть сам. Все-таки, знаете. Ну, отпусти меня. Давай. О, отлично. Не умри там. О, слушай. Воу, я сальтуху чуть заднюю не сделал. Слышь, тут два мячика, выбирай какой. Стойте, я подождите буду... меня, пожалуйста. Давай, мы ждем. Не залезай сюда. Красота. О, спасибо, что поймал меня. Пингвин стоит на подхвате. Блин, прям как в реальной жизни. Подхватил меня. Дим, это я. Залезай. Давайте по очереди. Так. Ты немножко подлагиваешь в дискорде. Давай сначала, стой, давай кого-нибудь пустим. Подожди, стой. Давай, я хочу посмотреть, как это со стороны, да, будет? Я тебя пойму. Да блин, как вылезти, говно, вылазь. Да. Все, я залез. А ну тяни меня. Шарик. О, спасибо, а то, блин, застряла жопа жирная, Мария точная. Мы с Мефилесом в синем шарике. Давай, запускай. Ну-ка. Вы сами должны катиться. А, вы сами должны катиться. Давайте, вперед нажимайте. А может за ними бежать? Застряли. Давай за ними будем бежать. Застряли с Мефилесом. А я буду бежать за вами. Ай. Костик с турки. Ого, скорость какая. Давай, я тебя держу. Стой. Стоять. Мой шар. Аккуратно его, давай. Держи. Кати. Ладно, я бросаю его, потому что это долго что-то будет. А, нам всем надо этот, в черное очко. Мы прошли? Да. И где-то, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!